91 аварийный и ветхий дом расселили в Одинцовском округе с 2014 года. Новоселье отметили более 1200 семей. В этом году в новое жилье переедут еще как минимум 120. В процессе расселения у нас находятся дома в Больших Изюмах, поселке санатория Поречья, поселке Усово-Тупик, в деревнях Солослово, Подлипки, а также на улице Первой вокзальной в Одинцово. В этом году завершится расселение домов и в Звенигороде. Они были признаны аварийными в 2012 и 2016 годах. Также новоселье отметят семьи, проживающие в пятиэтажке на улице Институт в Больших Везёмах. Этот дом был признан аварийным в 2021 году. 61 семья, 170 человек. Предусмотрено в программе на расселение 431 миллион. Министерство строительного комплекса региона уже формирует новую программу переселения. Она будет рассчитана до 2030 года. В нее планируют включить дом номер 9 на Нахабинском шоссе в Звенигороде, а также 4 пятиэтажки в Больших Везёмах, если они не попадут в уже действующую программу. Евгения Августина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».